КБШЖД – Куйбышевская железная дорога. Это один из 16 территориальных филиалов УАО РЖД. Крупнейшая магистраль обслуживает инфраструктуру на территории 10 регионов России – Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия. Эксплуатационная длина дороги более 4700 километров, что делает ее одной из протяженных в стране. Таким образом, она связывает центр и запад России с Уралом и Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. В составе магистрали 4 региона, структурных подразделения – Башкирский, Волгокамский, Самарский и Пензенский. Промышленный потенциал регионов определяет высокий уровень грузонапряженности Куйбышевской. Основные грузы дороги – нефть и нефтепродукты, автомобили и техника, удобрения и стройматериалы, лес и зерно.